Доброго времени суток, уважаемые стажеры. Сейчас хотел бы вам рассказать о таких замечательных таблицах, как подсказки для редакторов и таблицы кодовых слов, а именно о том, как с ними работать и как правильно вообще в принципе взаимодействовать с ними. Значит, перейдя по ссылочкам в нашем Дискорде на таблицы, у вас они открываются, и здесь вы можете увидеть несколько разделов, а именно транспорт, женская одежда, мужская одежда, кулинария, маски, рюкзаки и другие предметы, а также шаблоны. Во всех разделах этих таблиц вы можете увидеть правильные и корректные названия вообще всего, что есть на нашем сервере, и именно то, как нужно правильно их писать. То есть уже с готовыми склонениями, окончаниями и представленными словами. Значит, также вы можете ознакомиться с таблицей кодовых слов. В этой таблице вы можете увидеть дату окончания кодового слова. То есть это значит, когда кодовое слово прекращает свое действие, непосредственно само кодовое слово, которое отправляется к вам в редакцию, и сам текст кодового слова, которое вам нужно скопировать и просто вставить в окно редактора. Значит, перейдем к конкретному примеру. В тесте на сдачу ПРО и ППО вы будете проходить непосредственно 10 вопросов на редактирование объявлений, и рассмотрим один из них. Продам автогольф. Для того, чтобы отредактировать это объявление, вам нужно зайти в подсказки редакторов в разделе шаблонов, воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl-F, это самое удобное, что есть в этой таблице, и ввести сюда слово «продам авто». В выделенной строчке вы можете увидеть «продам автомобиль», «цена договорная». Копируем эту строчку, вставляем, и вместо знака вопроса нам нужно подобрать корректное название автомобиля. Возвращаемся в таблицу, открываем раздел транспорта и пишем в поиск слово «гольф». А здесь вы можете увидеть, что у нас выделилось правильное и корректное название автомобилей, а именно Volkswagen Golf и Volkswagen Golf МК1. Так как в объявлении у нас не указано МК1, копируем с вами просто Volkswagen Golf. Вставляем и смотрим, есть ли какие-то дополнения, цена и так далее. Как вы видите, в объявлении никаких дополнений про модификации и конкретная цена не указана, поэтому оставляем автомобиль без указания модификаций и цену ставим договорную. Ну и нажимаем «Далее» или уже «Отправить» в самой игре. Большое спасибо за просмотр. Желаю удачи и успехов.